Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете, как сделать перевод между своими счетами и для чего необходима история операций в личном кабинете. Если вы собираетесь сделать перевод между своими счетами, необходимо войти в личный кабинет, выбрать раздел «Ввод-вывод», «Перевод средств между счетами», затем выбрать, откуда и куда вы собираетесь перевести средства, сумму перевода и нажать кнопку «Осуществить перевод». В этом же разделе «Ввод-вывод» находится раздел «История операций», где вы можете отслеживать статус обработки заявок и формировать отчет за нужный промежуток времени, а также ознакомиться с детализацией баланса. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!